«Мы создаем то, чего не может быть», — говорит о себе и своих коллегах дизайнер Владимир Пирожков. Больше 20 лет он сотрудничал с мировыми брендами, разрабатывал интерьеры для автомобильных марок Toyota и Citroën, самолета «Сухой Jet 100» и пилотируемого космического корабля «Русь». Получил образование мирового уровня и вернулся в Россию. Говорит, здесь есть все, чтобы совершить технологический прорыв. И именно с участием Самарского региона он намерен воплотить в жизнь очередной дерзкий проект – создать персональный конвертоплан. Каждый сможет летать. Представьте себе, это как мобильный телефон. Да? В свое время мы не подозревали, что в кармане телевизор может быть. Да? То есть мы говорим о том, что если мы отвяжемся от дорог, мы сможем быть в любое время, в любом месте, каждый из нас. Это передвижение в пространстве и во времени, потому что мы сильно сэкономим время. На лекции в Самарском университете Владимир Пирожков рассказывает, что ожидает Россию и мир в ближайшие 30-50 лет. По его мнению, человечество на пути к огромному технологическому прорыву. Инженеры-мечтатели работают над машиной времени, биоморфическими роботами скоро будут печатать людей из живых клеток нового вида – Homo Super. Главное – не терять времени, учиться и дерзко мечтать, заразиться вирусом постижения нового. То, о чем он говорит, действительно находит отклик. Это очень хорошо чувствуется за границей, где большая конкуренция за все. Возможность выхода на международные рынки дает это понимание. И то, о чем он рассказывает, в это надо просто окунуться и погрузиться. В Самаре Владимир Пирожков вместе с главой региона Дмитрием Азаровым посетили авиакосмические предприятия, договорились о совместных проектах. Это точно даст толчок, я в этом абсолютно уверен, для многих из тех, кто был сегодня в зале, чтобы добиться успеха. Добиться новых открытий, создания прорывных технологий. Нам это очень надо. Именно в этом будущее и нашего региона, именно в этом будущее и нашей страны. Дизайнер станет советником губернатора по инновациям, будет участвовать в формировании резерва молодых кадров, которым и предстоит воплотить все самые дерзкие инновационные мечты в реальность. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.